этот малыш с мамой по дорожке милый стриж. Маленькие ненужки не спеша, только знай себе твердя, топ-топ очень летит, неизвестность первые шаги, а в саду дорожка так длинна, прямо к небу тянется она, топ-топ. Очередной выпуск мультфильма «Ну, погоди». Заяц не виноват. Виноваты те, кто производит подобную обувь. Письма с жалобами на качество обуви приходят буквально пачками. Но самое удивительное, что на эту бракованную продукцию ухитрились поставить знак качества. По справке, которую дало фитилю Управление торговли промышленными товарами города Москвы, возврат обуви, не выдержавшей гарантийного срока носки, только за 9 месяцев 76 года составил почти 64 тысячи пар. В том числе по фабрике «Буревестник» более 17 тысяч. Ну, «Буревестник», ну, погоди!